Так, Ася. Огонь пошел сюда. Понял. Футпринт Ася я уже не вижу, кстати. У метеорита. Так. О, в смысле? Идем. Дедуля. Понятно. Я этот. Дедуля. Мама, boys and girls, с вами Flash Gate. Добро пожаловать в Among Us. Ну что ж, мы снова продолжаем играть в этот замечательный модик, где очень много ролей. Это Town of Imposters. У нас сегодня также новая карта. Ну как новая, старая, просто мы очень привыкли играть на скелде, и мы сегодня решили поиграть на другой карте. Желаю вам приятного просмотра. Не забывайте ставить большие пальцы вверх под этим видосом. Также вписывайте тег автора AFGK. Это прям очень сильно поддерживает меня. Можете вписывать его абсолютно везде, где можно вписать тег автора. Можете писать там AFGK. Ну что ж, приятного просмотра. Ехал. Let's go. I'm fucking sheriff. Shoot impostor. Так. Ну чё, в кого стрельнуть, блядь, ребята? Кого, блядь, проверить? Хочу проверить Аси, нахуй. Хочу проверить Аси. Ураганом, может быть. Опа. Хочу проверить Аси. Хочу проверить Аси. Ты понял, да? Кофе отравили. Стоп. Кофе отравили. Ты как это, в смысле? Подожди. Ты только что с ним чупикс был. Подожди, ты понял, Галыч. Либо... Около него никто не стоял, он просто... Ребят! Чупикс мог убить. Короче, прям в начале катки я этот... Ты отравил? Нет. Я шериф. Ты убийца? Я убил. Блин, а зачем ты... Ты Васе попал сразу? Это не я зарепортил, они зарепортили Олега. Ну, у вас такие молнии прикольные вообще. Олег, он был сверху, где свет. Вроде там. Я в ту сторону видел, когда он бежал. Ураган, ты же вместе с Олегом побежали. Да, мы бежали вверх. И вначале, может быть, отравили и все. Ну, мне кажется, реально вначале отравили. Нет, там же КД есть. Это знак. Там КД секунд 10 в начале. Я не знаю, вначале Олег с кем бегал. Типа, Олега отравил знат, смотрите, а второй импостер. Смотрите, если еще не импостер, он, скорее всего, просто негативная роль. Не обязательно импостер, он может джестером быть, арканистом, right. Типа. Yeah, that's right, you know what I mean. Бля, зачем, сука, а если снайпер? А у меня одного мэр! А у меня одного ФП здесь жестко просел. У тебя, наверное, вертикалки нет. Включи вертикалку. Есть. Рано, у меня все заебись. Я же читал изи. Один еще импостер. Я сказал, знат отравил кофе. Ты такая собака. Почему импостер все еще? Ты снайперы, что ли? Я изначально такой, бля, хочу Асю убить, блядь. Я тебе искал. Подожди. Про тебя, да про зната, что за хуйня. Подождите, походу нейтральные роли тоже импостерами начали считать. Нет, это все так и было, что шериф типа... А почему? А, подожди, ты же убил точно. Да, подожди. Я второй раз подряд выпал поджигателем, меня просто... Подожди. То есть был это знат и Аси? Да. А кто еще негативный? У кого негативный роль? Просто, просто знат бежал со мной, когда мы бежали с самого начала, типа, и с кофе пересекался. У нас толпа там стояла, и это не это. Нет, там не толпа была. Толпа была. Он давно ушел, он еще пересекся с Чупиксом, пересекся с Ураганом. Там знаешь, сколько времени прошло? Это ты после Наруто будешь на этом. Это крайне сейчас нелогично. Запускай, Джонни. Не, знат, мне твой впит не понравился. Как оказывается, логично. А кто мэром был? Я. Хорош. Лоу. Хорош. Потому что он на меня начал гнать. Ехала. Теперь я еще детектив. Нормально. Так, ну-ка, бодискан. Что, не даст он мне? Ну, понятно. Тут если трупы есть туда, так, футпринты. Мы сейчас будем поискать. Желто-фиолетовый, зеленый, желто-фиолетовый, зеленый. Желто-фиолетовый, зеленый. Все это время ходили вместе. Подожди. Так, Джонни, сейчас... Не репортите трупы, пожалуйста. Не хочу умереть. Сейчас... Никто из вас не дрыгался сейчас. Это отравление. Короче, зеленый, желтый, фиолетовый. Я запомнил? Это Олег. Он отравил. Чего? Я говорю, не репортите трубы, потому... Он медик. Алло. Он... Ты не понял? Это может быть фейк. Нет, Джонни, нет. Не надо кидать ничего. Ну, желтый, зеленый, фиолетовый. Вот вам... Не знаю, я в скип. Они все вместе бегали. Угу. Огонь. Ну а почему ты, типа, из троих выбрал именно Олега? Угадай мелодию. Почему? Потому что он периутконос. Понятно. Че, ровлите? Я скип. Я не знаю. Я скипнул тут. Тоже скип.
Ладно, ребят, давайте посерьезнее. Так я серьезно говорю. Все-таки. Просто не знаю насчет вкида в медика, но надо Чупикса, типа, тоже со счетов не сбрасывать. Так. Знат Аси. Я Знат хочет убить или что? Так, Знат убежал. Да, бежит, интересно. Надо по люкам, кстати, почекать. Так, ураган, Знат тут были и Аси. Ебать, доме. Точки польем быстренько. Со мной постоянно бегает Знат. Мне не нравится это. Мне это очень не нравится. Так. Проверка. Доме, как дела? Плохо. Я не могу бегать нормально. А что, я кого-то убил, что ли? Да не, я просто вокруг доме, как молекула ебаная. Иди ты нахуй. Я не могу понять свою роль просто. Да. Дай бам. Ну что, нет подозрений? Блин, слушайте, мне кажется, это ураган, у него кровь. Ты, кстати, что, карандашком тоже обведите, типа? Давай, Галат, ну, он вроде метеорита нормально выполнял. Ну, когда Джонни ушел, мы с ним вдвоем остались. Ничего страшного, ничего страшного. По сути, вот ураган... И при этом ты не вернулся, не проверил, есть ли труп. Ну, интересно даже. Ну, а вот сейчас, кстати, обычно прикол ты в том, Джонни, что а ты кто там просто еще стоял, Джонни, Джонни и может, фиолетовый, да? А фиолетовый стояли, зеленый, короче, выводили с карточки этот. Единственный, кто я прибежал, типа, до выполнения. Фиолетовый задания. Мертвый, алло. Это я, за, я говорю из предыдущей катки, кто был рядом. Так, ебать, несется ураган, нахуй. 3, 2, 6, 1, 7. Молодец. Ах ты, сука, да, блин, а что? Это жесть, проверка, блядь. Кто, кто? Я забыл, кого я не заразил. Я почему-то на этой карте проседаю FPS во время голосования. Бедная Мира. Во время голосования? Хочу расстроить. Фулл экран у тебя, Олег? Да. А что у роли? А кто убил тогда Олега? Чупикс и ураган были. Я убил. Не, я убил его прям в толпе. Опа. Обо, Чупикс, let's go. Трикстер, я понял. Короче, мы сейчас сделаем таким образом. Нужно срочно туда. Оп. Блядь, давай. Блядь, никого не осталось. Я дебил, я что-то... Я забыл. Ага. А вот за такой можем кикать, реально. По пизде, алло, вот тогда я тебя кикну. Подожди, чё? Чё случилось? Вы на всякий случай роли-то не говорите свои. Чё случилось? Трупу связи, я первую нижнюю связь, которую у датчиков чиню, выбегаю. Я вижу трупы, все, там кто-то убежал вверх, получается. И по факту Знат, подожди, что ты на меня лицо-то открываешь? Ты не видел даже, кто вперед убежал. Лицо? Нет, скажи, ты скажи, вот кто вперед убежал, Знат, кто вперед убежал? Беленький чувачок. Ага, пошел нахуй. Я в знак там буду, мне похуй. А вдруг он опять жестер, а? Вообще, пошел нахуй. Чисто темная лошадка, понимаешь? Дальше я понял. Да, посмотрите на его смайлик просто. Издевается, да? Это ураган, это же очевидно. Он специально нажал с этой. Нет, это не ураган, не ураган. У него нож в крови у урагана, вы не видите, нет? Ну, да ну нет, бред какой-то. Он убил. Я знаю, я знаю, почему не урод. Я знаю пароль. Точно невозможно, я возможно. Бля, вот это сейчас, кстати, вот так гениально, типа, ёбнуть. А тут две связи, что ли? Подожди, пока одну починит, реально. Ебать. Аси? Я чинил, я вот это чинил, алло, Чупикс. Да откуда у нас столько трупов? А слишком много трупов. Я 100% уверен в Олеге. Это не Доми, это не я. Мы были сейчас справа нижней стороны карты. Я могу сказать, почему это не Олег. Где вы там были? Я 100% уверен, что это не Олег. Это, скорее всего, Джонни и Чупикс. Почему это? Потому что... Ты сейчас на трупе стоял. В смысле как стоял? Я починил. Я саботаж починил. Олег, я знаю почему. Починен. Не, я думаю, это Чупикс. Я думаю, это Чупикс. Я думаю, это Чупикс. Я думаю, Чупикс. Олег, я знаю, почему ты. Я знаю, Олег, почему это... Доми 100% мирный. Я 100% мирный. Ты мирный. Почему Олег 100%? Почему Олег 100% мирный, если он не отравляет? Кое-что видел. Я был прямо сейчас в доме. У нас, ты видишь, сколько килов? Ну, так отравлять никому... Дайте я объясню. Я не знаю, с кем я стоял на метеорите. У меня стояли двое. Я доделал метеорит, пошел... Я подходил к метеориту. А, это ты был! Я пошел лейку делать. У кого голосовать? Я не проголосовался. Вася. Слышь, лейку, я не видел, чтобы ты лейку пошел делать. Нет, я пошел. Я видел. Видел? Блин! Да. Это не я. Вася. Ой, хорош! Да, бля, почему?
Олег, ты тупо, я же сказал, что... Да я запутался, я не понимаю, я не понимаю! О, боже, нахуй, все это... Нормально, нормально! Развели, пацана, развели! Я в Чупиксе голосовал, я голосовал в Чупиксе, я не знаю. А потом переобулся зато. Ну, я переобулся так, как на мой голос уже был в Чупиксе. Ребят, 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 если что, я ни одного не убил. Да какая разница? Нормально. Какая разница, слушай, какая разница, я никого не убил, блядь, что это я сразу? Ну, импостер же ты. И что, я же не убил импостер. Никого, как ты меня... Ну, это же ты виноват во всем. Нет, да, меня заебало вот это вот. Детектив, блядь, смотри, всех. Опа, Люмбер, понятно. Голубенький, блядь. Фейк. Опа. Короче... А что мне делать? Я хотел попробовать спасти урагана. Ты за картой летаешь? Я за картой, да. А как ты туда попал? Я не знаю. Не, тебя сейчас тэпнет. Мы же общее собрание было. Да, я тебя спас, братичка. На самом деле, я думаю, нам надо реально поменять карту, потому что я так подумал, типа, здесь слишком имбово для предателей. Потому что карта узкая, и ты можешь, типа, и мы каждый раз пересекаемся с друг другом, типа. Ну, либо Airship, либо Scale опять. Airship. Мне показалось, что Чупикс заливал в меня бензин. Бензин. А он только бензин заливал. Ребят, вы, конечно, такие думаете, еба, сейчас скажу, покажу свою роль, блядь, и меня никто не ёбнет, а я был бы у нас снайпер, нахуй, отлетели бы уже 4 человека минимум, нахуй. Ладно, стреляю. Я стреляю в Чупикс. Давай, раз, давай. Два, три. Чупикс. Огонь. Стреляю вверх. Блядь, мы импостер подыграли, ну ёб твою дивизию. Я скорее тебя бы убили, значит, его. Смешно. А Джонни, а у нас стоит галочка на убийцу, вот эта роль, типа, что знать, выбирать надо? Да. Блин. Я поэтому, чтобы вот так не полили роли. Так их и так можно убить. Убивай. Ну, убери галочку-то. Нет, голландский. Так, Аси. Драгонио пошел сюда. Понял. Для футпринта Аси я уже не вижу, к сожалению. У метеорита. Так. В смысле? Подожди. Прям на метеоритах? Я немного на ФК стоял. Пошел вниз, там кто-то пробегал туда-сюда. Свет вырубился, смотрю, там репорт. Так, ну это, скорее всего, не кончится, потому что он влево стоял. Смотри, сейчас потерял от меня Джонни, я сейчас на метеоритах стою. Так. Ну, кто был на метеорите? Там кто был? Джонни. Я был. И я потом ушел. Подбежал к вам. Смотри, смотри, короче, это либо может быть сейчас прям убийство с саморепортом, либо это... Я анонист. Это либо может быть отравление. Кто ты? Анонист. Анонист. Я залил Васи. Все, он спалился, снайпер, стреляй. Короче... Я сперму Васи залил. Есть подозрение на то, что... Бля, вот ураган, как ты мог за карту вообще пойти? Я не знаю, смотри, я с самого начала я заспавнился. Прыгнув в люк. Не-не-не-не-не-не-не, я заспавнился там. Я такой вниз кликаю, я не понимаю, почему я не могу вниз идти, типа. Я могу по горизонтали, по вертикали, не могу. Потом я вверх кликаю, я такой, что за фигня, почему я могу вверх? А я знаю, кто знат, он пес. Есть такой. Нормально. А ты, Джонни, где был сейчас? Я был вот прямо сейчас рядом, кстати, я за дверью прям стоял. Короче, смотрите. Типа тут... меня заспавнило, я в люке не лазил, ничего не делал, меня заспавнило за смотрите, картой. Смотрите, Чупикс саморепорт, либо Аси отравление, либо ураган. И ты можешь быть отравить. Нет, я не могу. Нет. Почему это нет? Я... Ты потом что же стоял, я... ты прибежал. Посмотри на мои усы, Аси. Они свойственны одной роли. Хитрые. Они свойственны для одной роли, Аси. Где какой? Сантехник. Как он такой? Ага. Пиздец. Сильно, сильно. Не, ну ты себя с этим спас, начал в Джонни вкидывать. Я в него проголосовал, в итоге ты выжил. Так, желтенький идет. Идет. Аси идет. Ножки Аси тут красные. Это. Стоп. Нет, это фейк. Он трикстер. Значит, это чупа. Или фейк. Блять. Оранжевый прошел. Оранжевый-зеленый пошел. За ним красный. Чупик, короче... спасибо. Доме предатель. Чего? Короче, нет, рассказываю. Кто-то я... влюк прыгнул. Смысле? У меня роль, которая позволяет... Роман. Не буду говорить, какая. Все поняли. Вот. Но не. Я могу ставить датчики, короче. А. Я поставил датчик прямо у люка. И оттуда доме вылез такой. Оп. Я только что увидел Зната в этом...
Ну, короче, доми тебя спалили за Доминджестер, нет, подождите, Доминджестер, мне кажется, нет? А, по люкам, точно. А ты поставил, что они не лазят по люкам, алё. Может, может, Джестер, может. Как-то не дэвится, даже он как-то не дэвится. В смысле, я сказал, что я только что знато видел в этом. Где? У ворот, у входа. Какой же я бесполезный. Внизу. И чё? Мы везде виделись, я со всеми видел. А подожди, а где Олег говорит, ставил этот датчик какой-то? Датчик я поставил в реакторе у люка справа. И там, ага. И там оттуда ты вылез. Просто по люку, не, ну, это с... нельзя просто говорить, потому я что помню, до этого же Джонни прыгал. Же поставил, что... Я помню, кто-то прыгал. Для чего тогда моя роль нужна? Для чего? АФК. Агент Перри у меня по факту, типа... Еще. Да? Ты понял, как у тебя радар работает, Олег? Радар нет, я вообще не смотри, ты кликаешь радар, типа кидаешь его на пол, бежишь наверх в админку, и там у тебя показывают, типа, кто пробегает на по можно, радару. Кстати, назад. А что, получается, у нас в доме Джестер, либо он так стыковал импостер? Мне кажется, что он Джестер, потому что он такой, знаешь, он типа такой, а кто ты тогда? Мне рассказали. Потому что ты такой... Я в люках не прыгал вообще. Я не буду говорить, какая роль, но... Я чинил саботаж в предыдущем раунде кнопкой. Это не показатель. Это не показатель. Ну, в смысле, не... Я свет починил не через эти штучки, через рычажки, а кнопкой. Зря. У нас нет такой роли, если что. Есть. А, и он может по люкам этот фиксер ходить? Фиксик, блядь. Белый-синий вместе. Пойдем, дедуля. Понятно. Меня этот... Отхуярили. Иди нахуй, Асулжан, блядь. Ураган, ты выбегал только что из реактора, а там, прямо на реакторе, ближе к левому рычажку, лежит Джонни. Стреляю. Подожди, там двое, не-не-не, там двое вбегали туда. Туда вбегал, а я не помню, кто. Реально, я видел то, что, типа, когда я выбегаю, забегает Джонни еще с кем-то. И потом Чупик сейчас снизу, и ты вбегал. Я не был в реакторе, я знаю. Но я зашел, там уже лежит Джонни. Нет, там кто-то вбегал еще. Олег, а ты где был сейчас? Типа, я не убивал. Я стоял в этом, где пункт управления. Типа, я с самого старта туда побежал. У Олега идеальная роль просто. Идеально. Мне почему-то кажется, что Чупик сейчас заливал Зната, а потом ко мне подбежал. Мне просто до этого казалось, что он на меня заливал. Я анонист, я залил Васе много что. Много что. Холодильник открыл. Так, это пойдет. Ну, то есть ты видел, что Джонни заходил недавно? Да, я видел, как он живой заходил с кем-то, я не помню, честно. Ну, значит, кто-то мог по люкам свалить. Ну, смотри, это минус Чупик? Нет, потому что я самый быстрый, самый первый туда вбежал, и как бы, и мне пофиг. Я все равно урагана не догоню никогда в жизни, вам надо двух импостеров найти, я вам признаюсь. То, что ну что, мы можем в роль Доми убрать тогда за то, что... Нет, я сказал свою роль в предыдущем раунде. Потому что это он Джестер, он Джестер. Я сейчас пытаюсь мирным помочь, вы уже знаете, блядь. 100% я уверен, потому что до этого по эмоционалу спадился. Ася, ты где еще был? Кофе тоже мирный. Потому что я не видел только тебя и Олега. Всех остальных нам двух надо убрать, понимаешь, Чупик? Да. Кто двое? Я не кофе, не знаю. Че, Ася-то убираем? В смысле меня? Я сейчас... Вы что, рофлите, а ты блядь? Где был, ты можешь сказать? Я в знато голосую, мне похуй, блядь. Понял, ясно. Бля, я не успел. Найс. Мне кажется, это может быть ураган с кем-то. Молодцы. Ну тут задание, конечно, так себе сейчас. Кто тут? Джестер и... Бля, импостеры, блядь, тут хиляют. Интересно, там ураган уже в агрессию пошел полную? Ебать, да, убил кого-то уже, кровавый весь. Кофе где? В пункте, ну, где, там, где зеленая эта карточка, хуярточка наверху. Да, ну... Вы же вдвоем кажется, вроде бегали. Кажется, почему Аси вообще? Почему я? Ну, с Аси мы угадали, вы заметили. По факту с Аси, да. С Аси угадали. И типа, по факту, первый в него вкинул я. Вопросом, где ты его? Нет. Знат, ты сказал, потом уже просто на отъебись вкинул, и все. Аси не ответил. Аси не ответил на мой вопрос, где он был. И, типа, этим самым он, смотри, типа, на себя маленькое подозрение. Ну, я последние 15 секунд выполнял провода по центру. Я и прошел сейчас встретил в реактор. Посмотрите, мы со но он были... шел как раз с правой части сверху. Мы со Знатом очень долгое друг. Время вместе бегали. Я там был, но никого не видел, Знат, честно. Ты сейчас где был в конце? Я там и остался. Где, ну, возле медицины, да. Я ну, никуда короче, не уходил. Я не знаю, кто наверх бегал вообще? Я был наверху, но... Секунд 20 назад. Именно наверх, который реактор или где датчик, админка? Датчик. Ну, там выше датчика. Но я в этот, в админку не заходил. Я сейчас, типа,
первый раз мы пошли, починили руку, я пошел вниз, выполнил провода под лейкой, взял лейку, потом побежал я опять наверх, у меня там были провода. Так ты не можешь быть поджигать, там ты бы уже выиграл, алё. Нет. Как нет, да? Он меня не может, он не может меня залить. Он маленький, он постоянно бегает. Ну да, он быстрый. Надо предателя найти. И давай рискнем, доме уберем тогда, а что нет? Я говорил свою роль уже три раунда назад. Да какая нам разница, говорите, морской фур даите. Я не знаю, жесткий ураган, но блин. Да алло, я тебе говорю то, что я туда не вбегал. Можно, конечно, по двое бегать. Я тебе сейчас фу, да алло. Рассказал. А что ты сам себя голосуешь? Да алло. А, он же джестер был. Let's go. Молодцы, конечно, вообще. Типа, три раунда назад он джестер, и потом забыли, реально. Я же говорю, поэтому я в тебя голосовал. Знаете, у Олега такая идеальная роль. У него просто по РП, нахуй. Оператив, блядь, агент. Потому что они с Чупиком бегают. Типа морф сказать надо было. Ты ураган кикнул. Бля, вы в курсе, что у вас было 4 злые роли и 2 мирные. Так нет, у нас сейчас было 3 злых роли. Не, ну когда вот когда Аси был, типа, у вас было 4, типа. А Чупикс реально бы никогда не догнал урагана, потому что он импостер, который быстрый, типа. Да, да, вообще.